Очень простой рецепт клубники в шоколаде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Клубнику нужно промыть. Выкладываем на полотенце, чтобы высушить. Шоколад будем растапливать на паровой бане. Можно в микроволновке или в духовке, но там он может свернуться. Молочный шоколад ломаем на кусочки и бросаем. Постоянно помешиваем. Водяную баню делаем на небольшом огне до такого состояния. И дальше можно работать с клубникой. Клубнику берем и полностью в шоколад. Дальше следующую. И так каждую клубнику делаем. Некоторые можно посыпать кокосовой стружкой. Белый шоколад кладем на паровую баню. Клубнику белый шоколад. Рецепт очень простой, пользуйтесь. После того, как клубнику на 20 минут мы положили в холодильник, ее можно выкладывать в коробку. Вот такая красота получается.